Так, ну что? Покажи, я пап! Не принцесса, я принцесс! Настоящий принцесс! Всем привет! Это канал Кикидо, и сегодня у нас очень-очень веселая игра! Да, друзья, сегодня у нас будет веселая игра, которая называется Ступидо! Давайте ее распакуем и посмотрим, что внутри. Открываем? Так, как было написано на коробочке? Клякса! Клякса-пищалка! Комплект очков. Сейчас, о, как, кстати, 4. Угу. А я думал их 3. Нет, их 4. Так, отлично. Ага, что у нас еще? Инструкция. Давайте, инструкция. Ненавижу инструкцию. Вау! Так, а это у нас получается очень много масок. А, их надо, смотри. Да, это маски. Надо выдавливать. Их выдавливаешь, да, это маски. Ну и дальше сейчас разберемся. Давайте соберем игру. Ну что, мы игру собрали, и работа оказалась кропотливой. Пришлось вот эти крючочки одевать на каждый элемент. В общем, смотрите, суть игры. У нас есть кубик. На кубике изображены элементы маски. То есть ушки, глазки. Ну, давайте я вам покажу. Это глазки. Это нос. Ай, сейчас я его схвачу. Ушко. Нос. Ушко. И шляпка. Ай, вот шляпка. Соответственно, все эти элементы есть на кубике, они изображены. Во время того, когда мы кидаем кубик, выпадает один из этих элементов. Кто из нас окажется самый ловкий, он, соответственно, должен быстрее нажать на этот элемент. Как только он правильно нажимает на этот элемент, соответственно, он выбирает любой из этих страшилок, чудилок. Вот таких вот, смотрите, тут ушки будут вот такие разные. Глазки. Маски, глазки, в общем... Для они двусторонние, она... кстати. А? Двусторонние. А они все двусторонние, да. Он одевает на своего соседа с левого плеча. Если выпадает клякса, вот она, пищалка, нажимаешь на нее быстрее рукой, кто быстрее нажимает на кляксу, тот может одеть любой элемент на любого игрока, неважно, находится он справа или слева. На свой выбор. На свой выбор, да. Для того, чтобы нацепить все эти элементы, надо одеть очки. Одеваем очки, друзья. Господа, вот такие вот веселые очки. Мы ботаники. Ботан. Я думаю, что игра всем понятна. Если кому непонятно будет, думаю, что в процессе игры все поймут. Тут ничего сложного. Кубик у меня, кидаем. Алле, оп. Ой, а я не вижу. Очки. Так, очки. Стоп. Я не сказал насчет очков. Элемент очки. Если выпадают очки, соответственно, игрок, сидящий слева... От меня, это мой сыночек, Каминчик, он одевает на меня любой элемент на очки. Прошу, мистер, уродуйте меня, как хотите. Давай, выбирай. Давай, выбирай. Нос, ушки, любой. Что это? Принцессу хочешь сделать? О, ты хочешь сделать из меня принцессу? Да. Одевай ее вот сюда. Вставляй. А что, тебе пошло. Я принцесса? Мое величество. Чуть-чуть. Просто кидай вот сюда. Так. Клякса! Мама, молодец! Выбирай любой элемент. Я одеваю кому тебе, да? Нет, любому. Клякса любому. Клякса любому одеваешь. Так, любому. Давай Аминочке, Аминочка. Давай Аминочке, одень что-нибудь. Что тебя одеть? Я думаю, что... такой вот. А, Аминочка будет девочкой. Девочку сделаем. Девочка-припевочка. Вот. Какая красивая девочка. Ну что, поехали, кидай, мам. А, теперь я. Твоя очередь, да? Да. Ой, я на Аминку смотрел. Ухо, мама ухо выбрала. Так. Так, ты, то есть, получается, слева от тебя, я по часовой стрелке сижу я. Значит, да, давай. Значит, тебе. Уродуй меня. Так, а как у тебя уже корона принцессы, давай тебя делаем такие вот красивые девочка. Глазки. Хочешь глазки? Давай. Подожди. Угу. Все вроде. Я тоже. Я принцесса. Давай попробуем. Что-то я какая-то страшная принцесса. Если бы на самом деле были бы такие принцессы, то их никогда бы не брали бы в жены. Да? Все принцессы остались бы... Давай. Незамужними. Давай. Я поехали. Кидаю, да? Давай, кидай, да. Мне уже плохо видно. Шляпа! Yes! Шляпа. Папа победил. Папа выбрал шляпу. Папа сейчас... Так, если шляпа, соответственно, выбираем головной убор. А, да. А, слушай, я мы не забыла. Мы не ничего страшного. Да. Поехали. Головной убор. Так, Каминчик, я думаю, что тебе подойдет вот это вот. Подожди, а мне кто одевает штучка? Тогда? Аминка, да? Получается. Тебе Аминка, да. Каминчик. Аминка. Мне, наверное, никто ничего не одеет. Она не... Я похож на этого. Помнишь из этого? Корпорация монстров? Не-не-не. Покажи. Из кино Дарт Вейдера, помнишь? А, мусорщики? Да. У меня зрение, я слеп. Может, поправишь как-нибудь? Принцесса. Да не, но тут маленькие дырочки, так что нормально. Поехали. Кидаем. Клякса! Сумасшедшая принцесса.
Ты себя вообще реально сможешь быть принцессой. Так, что выпало? Реакция. Опять ты одеваешь на любого игрока. На любого игрока, любой предмет, да, правильно? Ты можешь одеть на себя. Ну давай, я могу... Нет, на себя нет, кроме себя, наверное, да? Дубль 2. Они очень плохо крепятся. Так, ну что? Покажи, я не принцесса, я принцесс! С усами. Настоящий принцесс. Смотри. Да? Ну что, я нравлюсь? Да. Давайте, смотрите внимательно, что выпадает. Давай. Что там? Я не вижу. Шляпа, я выиграл. Все, я выиграл. Шляпа, я выиграл. Принцесс выиграла. Так, что там? Да, шляпа, соответственно, я одеваю кому-нибудь шляпу, правильно? Кому это шляпа? Ну, это то есть тебе, дай подай мне вот эту самую красивую шляпу. У тебя будут скрытые мозги. И папа, тут вот посмотри на меня. Ой, да ты вообще девочка красивая. А мама-то вообще у нас кибер. Да? Кибер-мама. Скрытыми, зашитыми мозгами. С правой стороны у нее волосы торчащие, зеленые, непонятные. А слева у нее все наэлектролизовано. Да? Здорово. Ты робот. Ты робот. Аккуратненько. Что это? Ухо хоть? Это ухо. Ухо, да? Правильно, я первая, значит. Все. Все? Начинаем в ухе. Ну как вам? А? Здорово, отлично смотришься. О. А? Я классно смотрю? Очень-очень красиво. Я пропускаю свой ход, я даю аминки, а то она ни разу не кидала еще. Так, теперь кидает аминочку. Давай, кидай. Потом ты. Я не вижу. Шляпа. Ай, я воткнул тебя ногтем. Шляпа. Главное выйти из этой игры. Не, ну как-то непонятно, кто из нас первый кинул. Я первая. Ладно, Амина, кидай еще раз. Кидай, только тихо. Вот, нос! А, нос. Yes, yes! Кто первый? Я каминчику надеваю нос. Я хочу каминчику одеть вот этот нос. Он такой весь угривый, и у него из ноздрей будет выливаться козюля. Козюля, держи. Симпатичный носик. Симпатичный козюльский носик. Держи, ты будешь у нас козюля. Мистер Козюля. Кстати, тебе идет... Покажи. Твой хохолочек и козявки. Кстати, прям подходит. Ну реально, смешно, что ты видишь. Кидай. Да. А что тут? Клякса! Мама одевает на любого игрока любой элемент. Давай, так. Мама, у меня ничего нету. Аминки оденем вот такой носик с козявками. Хочешь козявки? О, козюли, принцесса, брат и сестра, две козявки, шмакодявки. Папа, можно я еще раз кину, пожалуйста? Давай, кидай, ладно. Амин, смотри, шляпка. Шляпка! Я первый. Камин, ну как ты первый? Я первый. Я пальцами докоснулся. Я первый. Ладно, ты первый. Принцесса, тебе уступаю. Диско? Диско. Эй, диско, бэйби. Диско, бэйби. Дай папа поможет тебе. Диско, девчонка. Шляпа! Шляпа! Да, шляпа, правильно, шляпа. Шляпка есть у всех. Мама, давай поменяемся. Ну что, я динозавр. У тебя одно ухо наверх смотрит, одно вниз. А почему? Как шапка-ушанка. Что ты говоришь? Я не слышу, у меня с этой стороны нет уха. Говорите громче, пожалуйста. Вообще не слышу, говорите сюда. Не-не-не, здесь очень сильно слышно. У меня же одно ухо, вы забыли. Давайте выберем маме. Я выбираю маме. Раз у нас мама кибер-девчонка, у тебя должно быть кибер-глазки. Смотри. Папа, у меня... Остолубиться, бэби! У меня теперь вообще одного глаза нет. Да. Ты, получается, у нас кто? Отлично, я вообще не... Терминатор? Псих. Терминатор-псих. Ну-ка, поговори как робот. А как робот? А что такое робот? Я не знаю, что такое робот. Да ладно, издеваться. Я схожу с ума. Ну что, друзья, кому понравилось наше видео, ставьте большие пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте подписаться в Инстаграм и в группу ВКонтакте. До новых встреч. Пока-пока. Пока.